Дмитрий Артюхов в лидерах рейтинга губернаторов. Исследование за январь-февраль представил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Успех главы арктического региона эксперты объясняют тем, что в ходе ежегодного доклада законодательному собранию Дмитрий Артюхов заявил список приоритетов и решений на будущее. И в начале года он начал двигаться по этому плану. Так стартовало заявленное строительство моста через реку Пур. Второе заметное решение – увеличение размера и количества средств, заложенных на субсидии на жилье молодым семьям. Социально-экономическая ситуация в регионе позволяет Дмитрию Артюхову проводить популярные преобразования. Продолжилась практика подписания соглашений с крупными федеральными компаниями. В будущем вызовом для губернатора Ямала остается реализация заявленных концессионных проектов аэропорта в Новом Уренгое, моста через реку Пур и северного широтного хода.